Итальянская мечта американской компании стала былью. Сеть кофеен Starbucks открыла свое первое заведение в Милане. Ее основатель Говард Шульц лелеял этот проект с тех пор, как 30 лет назад, вдохновившись итальянскими эспрессо-барами, создал их аналог США. «Мы не собираемся учить итальянцев, как варить кофе», — говорит Шульц. «Мы лишь со всем смирением и уважением хотим показать им, чему научились». Италия стала 78-й страной, где Starbucks спустил корни. По всему миру у него уже 28 тысяч кофеен. Но эта миланская стала особой. Это признание ее основателя в любви к родине эспрессо и капучино на своем языке. «Мы хотели показать здесь все самое лучшее, первоклассное из нашего опыта. Что-то отличное от того, к чему привыкли итальянцы», — говорит дизайнер Лиз Мюллер. Миланский Starbucks уже называют самым красивым из всех его собратьев, но отличается он не только внешним изяществом. Среди сотни представленных здесь рецептов есть даже пицца. Кофе обжаривают прямо на месте, а традиционные мраморные столики итальянских кофеен сделали с подогревом. Ну и цены в миланском Starbucks будут повыше. Цена, конечно, отразит все примененные здесь новшества, благодаря которым мы сможем подавать эспрессо высшего качества, говорит Джон Калвер, нынешний глава компании. Евро 80 центов за чашечку эспрессо – это почти вдвое больше, чем платят итальянцы в своих кафе. Приживется ли здесь американский гость? Слушаем посетителей миланского кафе «Наполи». Я попробовала кофе в Старбаксе, и я за классический итальянский кофе с обильной пеной и поданной в горячей чашке. Думаю, что классический итальянский кофе лучший в мире. Я только такой и пью, куда бы ни поехал. Основывая Starbucks, Шульц хотел дать американцам возможность окунуться в атмосферу Италии. А для итальянцев это станет знакомством с Америкой.